Утро доброе, бля. Вечер добрый, бля. Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, и вы на канале Яновский, и мы продолжаем Федул Алоэ, феодальный сплавчик. Так, на чем мы остановились в целом? Мы, в принципе, в тупике, да? Я так понимаю, это прям сейв-комната. Сейв-рум. Я иногда, честно говоря, уже запутываюсь, где какая комната здесь. Потому как иной раз туда нельзя, сюда нельзя. Здесь что-то понятно, здесь непонятно. Все, что мне точно понятно, так это то, что в этой игре нельзя умирать. Совсем. Потому что уж лучше медленно, но верно победить всех противников, чем торопиться, проиграть и проходить их заново. Потому что они все отреспаунятся заново. И это будет мясо. Так, я правильно понимаю? Ну, примерно правильно. Так, дедюля, ко мне. Так, если есть возможность просто подолбить, лучше просто подолбим. Нету, не стоило. Почему-то внеплановая пчела откуда-то. Как говорится, пчела-чепчела. Ну что она себе позволяет? Зачем так делать? О, здравствуйте. А чё это? Как мы могли пробежать это место? Не пойму, не пойму. Давай же будем следить внимательно за здоровьем, за нашим, чтобы не перепроходить. И чё? Так. Так. Опа-па-па-па-па-па. Не стоило в режим бешенства входить, честно говоря. И почему-то я не рассчитывал, что он все-таки дотянется каким-то образом. Так, нам туда точно не надо. А что у нас? Ну, типа прямо? Так, желательно всех летающих заагрить сразу. Иначе потом начинается ненормальный махач абсолютно. Ну иди сюда, ну что ты? Вот собака, а? Провоцирует меня на агрессию. Так. Стопосики. Мы все еще в этой комнате. Допустим. О! Замораживающие бомбы. Либо замораживающие эликсиры. Эликсиры. Все ж таки. А у нас есть большие, да? Хорошо. Лечиться-то нечем, к сожалению. Опачки. Неожиданный махач. Так, я понял, кстати. Нам сейчас понадобится вполне вероятно вот такой эликсир. Потому как есть ощущение некой боли. Предчувствие боли. Понимаешь, о чем я? Вот об этом. Не, ну хорошо, я вижу, да, нам дали вот эти под... Ай, отойти. Вот эти подножечки, на которых мы можем доджить. Хотя бы попытаться. Вот об этом я и говорю. Ну вот мы и приплыли. Получается, что... Так, то есть стоит чем заниматься-то, собственно. Так, до магазина нам далековато бежать, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Попробуем. Не получилось. Попробовали, конечно. И то хорошо. Нам бы прикупить лекарств себе. На самом-то деле. Там проблема в том, что доджить-то доджить, а вот
что будет с нами все-таки. Так, ну после двух пчел там придется прыгать, да, судя по всему. По подмосткам. Блин, еще дойти до туда целым. Блин, ну до магаза далеко прям. Ну, относительно, конечно. Даже я не знаю. Ну, по инвентарю у нас так себе. Откровенно. Даже я не знаю, чем мы можем. Ну, окей, допустим. Поначалу как-то так. Потом начинается вот это вот все. Да? Ай-яй-яй. Вот это уже становится совсем неприятно. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, ну все, приветики. Так. Ай-яй-яй. Очень-очень-очень-очень неприятно. Так, ну только если... До магазика добежать это куда? До магазика добежать это... Блин, капец, конечно, на самом деле. Ладно. Еще одну попыточку попробуем без всякого вот этого. Тихо. Тихо, я сказал. Тихонечко. Стреляй. Молодец. Оп. Оп, оп. Давай. Экспы отвали нам. Так, этого тоже не избежать, да, никак? Пам, пам. Да пошел ты. Да пошел ты. Ага, 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 ага. Блин, ну к такому махачу я, конечно, прям не готов. Совсем прям. Пустой пришел какой-то. Так, не будем рисковать. Ага. То что-то я не помню, что здесь должно было быть. В моих фантазиях. Так. А чё гранаты, кстати? Как гранаты? Бомбы. Допустим, первых мы затаскиваем. Без особых проблем. Затащили. Дальше начинается летающая возня. Затаскиваем тоже, в принципе. Так. Опа. Слишком бли... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, хорошо, подостыли немного. Так. Издали начинаем долбить. Хорошо. Еще. Такая же фигня, давай. Вот говно, как ты дотянулась? Так. Очень печально как-то. Ну иди сюда. Что же ты там стоишь, грустишь? Ай-яй-яй. Ссаный потолок. А что бы мы могли вообще в принципе там сделать? Хорошо. Класс. Тогда давай наверх. Блин, ну мы не готовы. Откровенно не готовы. Честно говоря, сильно. К таким местам стоило бы быть более вооруженными. Пара-пара-пара-пара-пам. Давай пока. Ну, допустим. Ага, нифига вообще не допустим. Так, давай побыстренькой. Все понятно. Никаких побыстренькой. Получается, что? О! Ну здесь мы сейчас набьем себе целую кучу XP. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ух, чуть не попал. Ты что себе позволяешь? Такое. Вроде сюда. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Хорошо. В
принципе, бронированные пчелы не так и страшны. Важно начать их долбить немножечко издали. И тогда все пойдет как надо. Блин, ну до магазика, конечно, далеко прям. Я надеюсь, что когда мы просто сейчас пойдем обратно, они не зареспаунятся. Че? А, вот так, хорошо. Это радостно. Алло. А, вижу. Есть такое дело. 3200 бабок, но тем временем. Бабулечек, бабулиник, целых 3000. Мы сейчас себе, может, даже и вообще бронь возьмем. В принципе-то. Да, забурились мы, конечно, знатно. Чего? А, вот где магазин. Это я молодец. А как я сюда попаду? А, вот так. Тихо. Так, вот это будет, кстати, сейчас опасно. А! Весьма себе. Допустим. Не, ну в магаз надо. Тут как бы вообще без вариантов, честно говоря. Абсолютно. Без хилки никуда. Класс. Вот мы и словили. Да откуда? Ох, вы печальные мои. Там по звуку целых 3? Что ли? Где? Блин, я надеюсь, они не зареспаунятся, и мы просто вернемся. Мы вообще хотя бы правильно идем. Мы вообще неправильно идем. Супер. Вот эта история. Подожди, а куда? А, сюда. Ну давай, скажи, что мы уже хотя бы близки, а? Это что за место? О, новые ноги. Серьезный поворот мы пропустили какой-то. Да. Вау. А что есть? Скорость охлаждения, температура перегрева. Да нет, пожалуй, вот эти мы оставим. Хорошо, пробуем. Стоп. А куда? Прямо. Пробуем ваншотом. Сегодня должен победить скилл. Раз все так складывается. Да. Проверим, победит ли сегодня скилл. Потому что я так понимаю, что до аптечки капец как далеко. Так, ну я смотрю. А, нет, падают. Кстати, довольно не сразу, но падают. Ну хорошо, мы кое-что знаем. Да? Нам бы охлаждаться успевать. Вот было бы здорово вообще прям. Угу. Так. Сюда. Уродцы. Охлаждились мы. Охлаждились, охлаждены. Сюда, сюда, сюда. Отойти чуть-чуть. Так, вот здесь вот неприятно. Ой-ой-ой, как... Ой-ой-ой. Ой, как неприятно. Вот бы... Вот бы один бы удар хотя бы, чтобы подняться вверх. Вот я удивлюсь, если это будет
последний, ну, как обычно, последняя волна. Но почему-то мне кажется, что вряд ли это последняя волна. Скорее всего, там еще будет одна, но это не точно. Блин, ну далеко до аптечки. По-конски. Как? Ну как? Давай. Ага. Ты же обычно удивляешься, когда я тебя бью. В целом-то все понятно. Просто немножечко скилла стоило бы добавить. Окей. Охлаждаемся. Охладились. Встретили бомжа. Не задоджили. Совсем ничего. Давай, 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 давай. Так. С какой бы стороны все-таки нам встречать врага вот здесь? Ой-ой, вот не с этой, видимо. Отойти! Хорошо. Я верю в то, что скилл зарешает. Раз аптечки так далеко. Так. Пока зарешивает. С болью, но да. Хорошо. Вот этот здоровячок на самом деле каждый раз по-разному. Он иногда такой, ну, получает, а иногда почему-то атакует. Не знаю, с чем это связано, но что-то идет не так. Да как так-то? Это что такое? Это что такое? Это позорище какое-то. Это какой-то позор? Получается, что... Так, охлаждаемся, пожалуйста, побыстрее. Аллилуйя. Побыстрей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там допустили ошибочку. Давай, охладись, охладись, охладись. Ой, хорошо. Получается, что получается. Так. Вот так. Как-то так, как-то так, как-то так. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Ты чё, дядя? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты чё это? Устроил. Ой, у нас так много... А, нам уровень дали. Ну, знаешь что? Иди сюда. И вот так, и вот так. Давай, до свидания. Оп, 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 оп. Да сколько можно? Ой-ой-ой-ой-ой, иди сюда, уродец. Ты рассчитывал что? Я без аптечек вас не затащу? Это зря. Это вы, конечно, зря. Этот скилл зарешал сегодня. О-о-о-о. Спасибо, сейф. Спасибо. Тебя-то и не хватало. Ну, нормально мы повозились. Аж на целый уровень. А? О, новый чип. Отлично, надуль-модуль-дрондуль-дондуль. Отлично, найден модуль рывка. Он позволяет выполнять короткий рывок. На какую кнопку? А, вот на эту. Какая удобная кнопка. Это нам поможет, кстати говоря. Еще бы охлаждаться побыстрее. Вот почему нельзя было эту бочку с маслом положить перед махачем? Что это такое? Температура перегрева, температура перегрева. А у нас стоит перегрев и скорость охлаждения. Ну, допустим, по дизайну подходит вот это. Так, то есть температура перегрева у нас, да, теперь? Побольше.
А как туда попасть? Ну-ка. Чего? Не понял. Как я должен туда попасть? А, вот так. Ну зачем? Разработчик, зачем ты это сделал? А, да? А это зачем ты сделал? Чтобы я страдал? Чё за место? Ага, это все одно большое место. Так, там обход. А, вот так вот. А, вот так вот. Печально. А, вот так вот. Другой разговор. Так бы и сказал. Эта штука не атакует? Нет, эта штука не атакует. Хотя, конечно, могла бы. Это куда у нас выход? Куда-то? А конкретней? А, на Махач-арену, да? Я понял. Внизу мы были. Вот тут мы не были, собственно. И это, видимо, обход. А, ну да, центральная комната, типа того. Пошел ты. Да пошел ты. Да. Пришел. Пошел и пришел. Получается, что... Такой карты у нас, собственно, пока нет. Видимо, она где-то здесь лежит. Наверное. А, может и нет. Так, мы близки к хилу? Вообще нет, да? Все там же. В неприятнейшем месте. Вот теперь... Вот теперь... Теперь, наверное, мы сможем вот так. Как-то так. Получается, что да. Ой-ой-ой, какой кошмар. Допустим. А! Воу-воу-воу. В смысле, мы с этой штуки перегреваемся? Да, судя по всему. Это неприятно, но терпимо. Скажем так, не по вкусу вкусно, но по факту все-таки вкусно. Все, все понятно. А у меня бомбы-то вообще есть? А у меня бомб даже нет уже. Балдеж. Ха, ладно. Прокачаем собственный скилл. А что у нас по уровню, кстати говоря? Так, мы хотели, мы добавляли мощность атакам. И теперь хотели немного улучшить систему охлаждения. Я думаю, оно того стоит. Правильно? Вполне себе. Потому как сейчас мы этой системой пользуемся активней. В силу новых навыков, между прочим. Блин, ну странно, что... Вот этот навык ускорения, что он не ранит, ну, противников, когда ты в их сторону это делаешь. Потому как было бы справедливо, если бы ранило. Мы же тратим на это энергию. Почему бы не ранить противников в честь этого? Так, мы не ходили туда? Никак не привыкну, что надо бросать. Окей. Естественно. Если есть какой-то неприятный враг снизу, обязательно к нему подлетит какой-то вот такой уродливый враг сверху, блин. Какого хрена ты? Где ты была раньше, проклятая пчела? Ну как это так? Разработчик, почему? Почему ты придумал это? Здравствуйте. Вам что-то подсказать? Вам что-то подсказать? Охлаждаемся. На, пес, на. Отлично. Пчела, да, загрелась? Ага.
Слышно, слышно тебя. Пяу, шпяу, шпяу. Хорош. И чё, подожди. Так, эта лестница не может быть просто так. Ну, видимо, может. Как бы обидно не было мне с этого. Могла бы и не быть. Там вроде тоже ничего нет. Зачем ее сделали? Ну, точнее, вот эти два выступа. И чё, в чем прикол? Спасибо за пару бомбежечек. Ага. Вас всего двое? А где остальные? О, дратуйте. Хорош. Не, вроде бы охлаждаемся, кстати, нормально, да? Не быстро, не медленно. Как надо. Ну, можно быстрее, конечно. С кайфом было бы. Ну-ка. Оп. Хорош. Без каких-либо проблем. А, ключ. Отлично. Ключ. Это кайф. Пройдем дальше хоть. Я уж подумал, нам в пещеру куда-то. Это обход, правильно? Правильно. Понеслась. Опа. И чё, и чё? Я же тебя уже побеждал. Хорошо. Ага. Решил просто так в этот раз откиснуть. Так, нам там нечего ловить. Ой-ой-ой-ой. А, да? Чё произошло? Серьезно, мы с шипами прям сразу вот так вот? Блин, как здесь неудобно, честно говоря. Ой-ой-ой. Неоднозначно, знаешь ли. Так, допустим. Окей. Я знаю, что здесь есть бочка наверху. Вот это. А, и все, собственно. А, стопы, не все. С какого бы это ляха? Да подожди же ты. Хорошо. На дистанции. Друголетчик. Ага. А оно нам надо вообще? Бить тебя? Не, секретик секретиком. В принципе. Мы можем позволить себе разное. Например. В принципе. Ну смотри. Нам нужно просто открыть ящик. И собрать все бабосики. И уйти. Все. До свидания. Всего хорошего. И теперь мы можем открыть вот эту дверку. Правильно. Ага, ну естественно. Ага. Как это так? На дистанции же. Ты чё? Ты чё это? Не уверен. Нормально. Все, пока. Опачки. Ой-о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 й. Хорош. А где мне взять бомбу? На это... А, стой, 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 стой. Ага. Подожди, а если... Угу. А если... Все равно нет. Это... Печальный разговор. Хорошо. Ой, хватило бы ударов, хотел я сказать. Где мы? А где мы были? А, мы были наверху, подожди. Ничего сложного. Наверх так наверх.
А, не, все правильно, вот здесь. Все, что нужно, там и сделали. По сути-то. Вот они мы. Ну да, ну да, ну да, ну да. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко. Ой, как жестко. Ох, как неприятно тут с вами. Господа мои хорошие. Да. Охлаждайся нам быстрее. Почему так сильно? Прям по-конски, ну, что происходит? Можно мне шанс хотя бы какой-то вообще? Давай сюда. Ай, чтобы получалось бы нормально, да, все? Так. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Охлаждайся, охлаждайся быстрее, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй, еще охлаждайся. Хорош. Как же это жестко, ребятки мои. Почему так жестко? Почему так много? Здесь вообще что? Вот тоже тебе с ходов. Да-да-да. Оу, полегче. Нам тут и так уже наваляли 100-500 раз. А, вот и бомбы. С помощью которых мы сейчас отправимся вниз и что-то взорвем. Подбор еще этот странный. Окей. Допустим. Эть. Ой, могли бы и туда подлететь тоже, да? Подлетели. Подожди, а зачем нам вообще было... А, вот зачем. Ну, блин, то есть мы могли бы просто сверху и так запрыгнуть без бомб. Ну ладно, чё. Самое главное, что цель достигнута. Как-то так. А, ну да. Ой, ты чё это? Почему? Как это, блин, работает? Очень странно работает, честно. Честно. Вроде бы из прыжка. И что-то как-то не с первого раза. Ага. Ну, допустим. Давай ускоримся. А, ну мы же можем вот так. В общем-то. Эй. Эй! Ладно. Начнем снизу. Ага. Ага, это типа я должен был напугаться, да? А! Как-то так. Это что? Что за разбитая каска? Бронзовая голова крестьянина. Температура перегрева, урон. Да нет, отстой какой-то. Так. Ну в этот раз с первого раза вроде даже. И чё? Ну давай. Благо мы тестировали, как это делается. Где мы вообще? Плаваем. Что был за звук? Ага. Ого, понял. Не, ну ничего сложного в принципе. О! Вот это была неожиданность. В смысле? В смысле? Вот так. А что дальше? Ага! Ага! То есть сразу. Окей. Пошел джампс. А, все, да? О, щит. Так далеко.
Так. А у нас там сейчас придется прыгать-перепрыгать, да, все это? Класс. Ну почему? Давай. Пошел ты. Давай. Хорошо. Не так. Так все не работает. Почему-то. А хотелось бы. Новый чекпоинт. Можно мне, а? Плиз. Да у нас открыта дорога, в принципе. Просто теперь придется еще раз всех положить, чтобы пройти просто элементарно. Причем в любом случае. Давай ты пораньше сляжешь, пожалуйста. О, спасибо. Ну, откисай. Не надо, спасибо. Класс. Вот это то, что нужно, блин. Так, сейчас тут будет тоже, да? Блин, ну там на шипах вообще ответственное место. Полечимся перед этим тогда всем. Могли бы на шипах и поменьше удара, ну, урона наносить. Вот здесь, да, начинается? Или нет? Так здесь всегда был чекпоинт. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, паблик, Steam, Instagram, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в следующей серии. Пока!